Ассаламу алейкум, дорогие мои друзья. Сегодня Нина меня пригласила в ресторан. Не знаю какой. Мы с ней вот возле рынка встречаемся. Возле Нукусского рынка. Я никак не дойду до рынка. Где-то здесь должна быть Нина стоять. Возле рынка. Сказала. А где она? Непонятно. Мы с ней уже полчаса не можем найти. Сейчас придет. Да, хочется на Кузский рынок еще успеть. Осталось мало дней. И никак я не успеваю на Кузский рынок зайти. Надо что-то купить. Так, где же Нина? Нина. Говорит, ты сейчас меня увидишь. Я выхожу из ворот. Из каких ворот она выходит? Непонятно. Так, где ж Нина? Встретились. Привет. Да. Это кто? Уже. Это YouTube. Я думала, Тома. Привет, Тома. Тома, будь жива, здорова, не болей. Дай Бог салют, чтобы прожила. Ты где сейчас? В Санкт-Петербурге она? В Киеве. В Киеве? А да. Скажи, что она оттуда? Люда в Санкт-Петербурге. А. Ага. Мы на будем. Да. Ладно. Встретили однокурсника, да, Тамарного. 100 лет не видела, живем в одном городе, но надо же вот так случайно встретить. И Тамара увидит как раз, да? Очень, да, Тома? Еще и с Мирасом встретились. Я его увидела. Да, мы сели в маршрутку, вот сейчас будем ехать. Здесь вот так грузимся. Маршрутки, кони, люди. Да. Говорит? Маску снимите, покажитесь. В Ютубе вас сниму.
Нина здесь сразу врач, узнали. Доктор. Ага. А врачи, да? Да-да. 73 года, до сих пор работал. Вот, говорит, только ушел, говорит, отдыхать. У нас ученый степень, поэтому нас не отпускают. Не отпускают? Да. Защитились, да? Ну, давно защитился я. Но... кандидат? Да. Кандидат медицинских наук. Да. Живет прям рядом с Атамака. Пригласила Любу в это заведение, которое открылось недавно, и оно привлекает своими достопримечательностями. А ну? В прошлый раз мы с Любой не страусы. Вот хочу сегодня посидеть, поговорить, да, и показать Любовь. Да. Вот таких вот диковинных птичек. Вчера мне звонят много людей, говорят, давай встретимся. Я говорю, я уже Нине обещала. Да, много знакомых. И те, кто в Киев приезжали, я им показывала Киев, знаешь. Они хотят тоже показать что-то. Я говорю, мне осталось 2 дня. Да, мне надо быстро ускоряться. Или быстрее, да. Да, ой, смотри. Козел сидит, да? Он завязан хоть, этот козел? А, ой-ой-ой, псина, говорит, злая. Да? страусы ходят. Таня, смотри, какие страусы должны были вырасти у тебя. Ага, ты знаешь, как он клювом может клюнуть? Один, второй. Вот смотри, какие баранчики. У барана вот такие рога, я еще даже не видела таких. Это горный, да? А, там, говорит, даже собака, говорит, крупная. Собака крупная, говорит, есть. Может куснуть, если близко подойдешь. Ну, я думаю, вот так видно. В национальном колорите все. Вчера мои одноклассники хотели мне сделать такой сюрприз, а оно не работает. Только летом, оказывается, рыбу там ловят. Нас встречает, смотрите, какая девушка с лепешками. Мужчина. Да, вот люблю национальный колорит. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Атамакан, это как переводится? Атамакан деген. Атамакан деген. Ата туубускин жерин деген мәнісі. Родина. А, родина. А. Ала. Праздниктер өткіземіз ала. Корпоративный. Ага. Здесь вот. Можно любые мероприятия отмечать. Большой зал такой. Вечером очень много людей бывает. На празднике тоже много людей бывает, да? Адам Коппа. Ага. Ох. Юрты. Да, да, да. Помните, мы в прошлом году я вам показывала этот шелпо? Да, очень знаменитое старинное место. Ага. Эти картины интересные. Верблюды. А в зоопарке верблюдов не видно вашим. Она страус бит верблюдчок, я.
Ага, да. Одежда национальная, каракалпакская. Цаукиле называется. Но не шадамга. Ага, на 20 человек, смотрите. Караоке, говорит, здесь можно отмечать. Интересно, да? Смотрите. Даже колорит национальный в стульях даже. Вот такие. Видимо, уже заказали у них, видите? А, это на 14 человек. А неге адамас хазар? Кеште болама? А, на вечер, говорит, заказано у них. О, здесь зал, посмотрите, какой красивый. Караоке. Караоке, да. А, тоже есть караоке, да? Я попросила показать, какие у них кабинки бывают. Ну, посмотрите. Люстры. Да? Ой, вот так. Что-то телефон глючит у меня уже. Кабина на 4 человека. Посмотрите. На 4? Что-то, я, мне кажется, и больше может вместиться здесь. Люстра вот в национальном стиле. Комнаты какие. Вешалка здесь. Караоке нет. Вот так 4 человека, да? Нормально. Можно и 6, наверное. Там кабина. А, это говорит на 6 человек. Кабина. Кабинка такая. Кабинет на 6 человек. Видите, в каждый зал и каждый по-разному. Кондиционеры есть. Занавески. То есть летом здесь не жарко сидеть. И все кабины разные. А вот это на 6 человек, смотрите. Ага, понятно. Да. Сейчас покажу потолок, смотрите. В национальных узорах. Здесь тоже на 6 человек. Здесь, видите, уже тоже в другом уже стиле. И потолок. Регистан. Регистан, Самарканд, да? Картина. Да, красота. Конечно же. А здесь тоже на 6 человек. А, здесь уже вот узоры. Тоже уже национальные узоры, тоже, видите, вот как юрта, крыша. Ага. Нет. Ясно. О, и кто? Хариды. Что здесь? Шанар. Крыша. Купол юрты, да. А получается, у вас с этой стороны и с этой стороны, да? И здесь такие же кабинеты, да? Ага. Национальные. Да, узоры национальные. Угу. А вот это, чтобы не сглазили, висит, видите? Да. И меня кто хусайды, вот эти кабинки и эти одинаковые, да? А вот тут үлкен зал емес па? Я бар кабина, бар жаңадай, бар стандарт кабина. А тур, да? Тур, кухня. Ага, это кухня, оказывается. Ой, а на улице целый там, это, знаешь, зоопарк. Мы ж показали страусы. Еще есть, да? Угу. Спасибо. Рахмет. Ага. Паус. Ага. Там и павлины. Вот, рахмет. Цесарки тоже есть, да? Цесарки тоже есть. Зайцы. Зайцы. Ага. Жазда күнде тоже адам болады, да? Угу. Летом, говорит, и днем бывают люди. Ага. Арба. Арба, да, действительно. И шачок такой. Нин, садись, я тебя подвезу. Вчера мы видели, помните? Арбу такой. Кролики. Серенькие, беленькие. Ага. Голуби, говорит, есть разные породы.
и черный. Ой! Ага, это все голуби здесь. Только разных пород. Вот смотрите. Да-да-да. Здесь сейчас. Сейчас покажу. Ага. Вот такой породы. Бело-коричневые. Хозяин, наверное, любит голубей, я так поняла. Угу. Ой, так они могут вылетать? У меня к вам шкет поладу. Келедон хать. А, говорит, вылетают и возвращаются, говорит. Здесь летают, говорит. А, ты смотри. Неизвестно как. А там черные, а сизые даже. Как-то показать. Не показывает. Сизые здесь. О! Фазан. Фазан. А здесь цесарки. Куры разные. Ой, это все клетки, это все животные. Это птицы все, да? Вот это все птицы. Разных пород. Голуби. Ага, индюки. А вот это павлин. Один павлин. И павлин брюма, и они якюма. Да? Самка и самец ба? Брюба, бала, брюха сба? Ага. Самка и самец павлину. Да, конечно, хвост уже облез. Облезлый самец. Так, и здесь. Здесь куры разных пород. А, понятно. Ох, тут павлин какой серый. Я еще таких не видела павлинов серых. Ага. Внутрь, говорит, заскочила еще одна. Ага. Ой, этот черный, посмотрите, какой интересный. Как брюки-клёш. О, а вот этот, ой, ой-ой-ой, павлин, какой интересный, смотрите. Ах, убежал, бело-черный. Там внутри, видите, они в домике забегают. Когда жарко, видите, они могут даже в домик спрятаться. Угу. Здесь тоже цесарка. Ух, а тут, тут много цесарок. Да. А озеро? Ага. Здесь, говорит, озеро, говорит, у нас есть. Рыба. Летом, говорит, сами разводим и можете себе выбрать, какую хотите рыбу. Угу. Сон Стасис, и можно выбирать, да, вот если вы, говорит, можете, вы здесь вот они словят рыбу, а потом вы можете выбирать вот это, вот это, вот это, вы мне пожарьте. Вот такие есть беседки, летние варианты. Тоже вот циновки, смотрите, для чего я вам показывала, для чего использую циновки. Вот так вот. Используй. Кстати, красиво очень. Экологически чисто и красиво. И сидите с видом на канал. С таким. Ну, на воду, будем говорить так. Интересно. Когда жара, это вообще, наверное, классно. Угу. Сейчас идем в, юр, в юрту. Салам алейкум. Салам алейкум. Ага, хорошо. Юрты, смотрите. Одна, вторая, третья. Три юрты. Шума? А, шесть юрт у них, оказывается. Это интересно, что это. Узоры какие-то придумали.
Сен сюрде сесен бе? Атан кем? Атан кем? Бегис. А, Бегис? А, Бегис зовут мальчика. Мужчину зовут Бегис. Семьдесят, говорит, есть туй, елок, они елки называют. Туй 70 штук хвойных растений. Всегда, когда заходите в юрту, надо так наклоняться. Здравствуйте, говорит. О, здравствуйте. Салам алейкум. А, Нина, ты уже тут сидишь, заказываешь уже? Давай, давай. Ой, какая здесь красота в юрте, оказывается. Мы сейчас с Ниной посидим. Блюдо атамакан, да? Да, именно атамакан хочу этот самый, да, салат. А что это, входит салат туда? Салат атамакан и теперь блюдо атамакан. Хочу. Да? Угу. Корпаща, видите, кусочками шито. Как это называется-то, господи? Рыбу будешь или это джугур-куртук? Не, рыбу. Рыбу. Да, третий день подряд рыбный день у меня. Рыба насколько вкусная. Ну, Куся. Лепешечки. Да, а руки где можно помыть здесь? Куда пойдем, там вы. Да, хорошо. Или ахиллес мба? Су. Кол жуат. А принесут, оказывается. Пока Нина заказывает, я налюбоваться не могу, какая красивая. Атамакан просто жареное мясо, оказывается, у них фирменное блюдо. Атамакан, жареное мясо. Не, мясо не хочу здесь. Рыба очень вкусная. Азадани. Стани мухика. Снимаете здесь обувь. Проходите. Так, заказали атамакан, рыбу жареную. Фирменный салат атамакан. Так. Блюдо атамакан. Это так. Значит, их фирменные блюда. И рыбу жареную. И рыбу жареную. Все, что касается атамакан, да? А вчера мы, я два дня подряд беломор мы ели. Беломор. Потому что сазана нет, а здесь у них недалеко есть это прудовое хозяйство. И они, видимо, оттуда. Там, говорят, а летом он только что рассказывал, что вот здесь вот с очком или сеткой ловят. А потом ты выбирай, видишь? Выбирай, да. Говорит, и оттуда, и сразу ты же жарят. Там, да, без сетки, да, 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 да. Я говорю, классно как. Ага. Можно даже закинуть и ловить рыбу. Если еще там где-то место спуска есть, купаться, чтобы вообще красота. Ну, вчера одноклассники мои тоже вот такое место везли меня. Приехали туда, закрыто. Поехали во второе место, тоже закрыло. Для нас вот одну сделали. Ага, уже сезон закрыт. Сезон уже закрыт. Уже закрыты юрты, только вот эту приготовили, да, видишь? Все понятно, все? Понятно, да. Такие лепешки у них интересные, смотри. Да, потому что мы вчера, я тебе говорю, по всем ездили, одноклассники возили, ну, по хоть всем. Не да, хоть не зря, да. Ага. Классно. Классно. Мне самой нравится это. Ты посмотри, какой высокий этот самый, да? Купол, смотри, какой. Купол высокий, да. Если бы пораньше приехали, вообще красота была бы. Сейчас дверь закроем, принесут все блюдо. Да-да-да. Водку будем пить? Не-не-не. Ой, горячий чай лучше, да? Да, горячий чай. Горячий чай. Ой, бай. А там акан, смотрите. Это значит, был компанийский обер, не дел? Медиум. А ярм порция была, Мики? Ярм порция. Да тут что? Медиумский куб. Куриное мясо, говяжье мясо.
мясо, картофель, специи. Так мясо, зачем мясо? А? Мы же рыбу заказали, зачем мясо? Хорошо, давай тогда. Мясо, еда, мате. Надо полкили. Нина говорит, много людей придет, говорит. Ну как мне нравится юрта. Может там в Каневе построить такую юрту на лето и жить. Нет. Знаешь, я вчера вот одноклассники рыбу заказали, я рыбы наелась с головой. И помидорный салат без ничего, без огурцов. Как-то они чуча, что ли, называют, помидорный. А чичучук. Да, а чичучук и прекрасно. И соус, да? К рыбе соус идет? Рыбе соус парма? Давай китайский закажем. Соус? Нет, китайский салат. А, китайский. А что туда идет? Огурцы, помидоры. Да. Не, мне хочется просто помидоры. Помидоры? У вас тут такие вкусные помидоры. Просто. А чук-чук-чук. А что еще? Горький? Нет, не горький. Горький мне не надо. Горький не надо. Поджелудочно не выдержит. Вот этот, а чук-чук-чук? Соус к рыбе обязательно. Соус барма? Соус, балка? Да? Ага, есть, говори. Еще что? Так, еще что? Все. Я лучше рыбы побольше. Да. Смотрите, как красиво. Я говорю, Нина, может быть, это, мы же все думаем, дом построить в Пекарях, там в Каневе над Днепром. Может, такую юрту построить, и все, и можно же. Смотри, как здесь красиво. А потом Вася еще и утеплит, и будет вообще красота. Но ты знаешь... Открывается, вообще все продувает. Да, да. Классно, да? Может, такой... Знаешь, сколько стоит? $2000. Обалденно красивая юрта. Вот это же мы ездили, смотрели. Она такая вся с узорами. И вот это мне нравится еще. Ну, это, наверное, материал такой, да? Обычно же вот такими курак-курак. Да? Курак-курак. Берешь их, покупаешь и... Ну, это просто материал, не кураки, да? Или это все-таки кураки? Ну, кураки, я имею в виду кусочки, так, курак. Курак называют здесь кураками. Кусочки. Угу. Просто красиво. Вот сейчас везде модно. Я ходила вот в гости, когда хочешь, все вот так расстилают, так красиво. Боже, Нина, сфотографируй меня здесь, красоте такой. Надержали. Не знаю. Они, наверное, специально, чтобы держать крышу в материал. Знаешь, ну как грузик, знаешь, как грузик держит же. Угу. А он обещал нам руки помыть. О, и что? Принесет, наверное. А чичук? Я сейчас еще вам сниму. Я вот вчера я вам рассказывала, не могла рассказать. Смотрите, вот это ступа, вот и пестик, что ли, он называется, вот эта вещь. Раньше мы, допустим, печенье просто обычное печенье, или брали хлеб, сухари, вот так вот. Это в детстве у кого-то там, у соседей было такое, и в ауле такое было. И потом этим песиком вот так вот били. Чих-чих. И размельчали очень мелко. Вот хотела, что вам показать. И видите, этот как красиво сделан. Попробуйте дерево вот так вот сделайте, да? Чтобы оно или это так выросло, или это так они вырезали, интересно. С трещинами такими. Угу. Заходишь вот так в юрту. Я специально вышла показать. Вот 6 юрт. И выходите к каналу. Вон еще там юрта есть. Это именно Каракалпакская. Видите? Двери вчера красивые такие продавались. Что тут узоры такие. Да, вообще обалденно красивые продавались. $2000 стоит. Юрта, да. Ну, квартира, допустим, дом построить там 70-80 тысяч, а 2 тысячи. Ну, правда, летний домик. Да, да, летний домик. Классненько. Да. А видишь, они даже... А, я думала, это печка у них стоит. Можно даже и какой-то вентилятор. А, это на лето, наверное, вентилятор здесь. Да, да, да. Да, да, да.
Ага, тыкву сейчас покажу. Тыкву вам. Вчера вот Менгляпа говорила, что тыквы это как амулет, как оберег, чтобы защищать дом от злых духов. Но еще в Каракалпаке в таких вот пустых тыквах, вот когда были кочевниками, носили воду. Это сосуды, да. Сосуды были для воды, да. Зерна. А, еще для зерна тоже, да? Я знаю, что воду. Носили в таких. И воду носили, да. Угу. Представляешь, тыкву, да, вот высушить и используй себе как хочешь, да? Да. Меня все удивляет, поэтому я никак не могу присесть, все хожу и хожу. Нравится мне. Жду. Вот заходишь, и такое яркое все сразу, да? Вот так моют руки, да? Ой, вода тепленькая. Да. Знаешь, как в том фильме? Тепленькая пошла. Три раза, говорят, нужно. А-а-а. И вот так. Не надо вот так сильно, чтобы не разбрызгал. Каракалпаки любят, чтобы все было тихо и все, чтобы было аккуратно. Да, да. Вчера сказали салфеткой, потому что у нас сейчас коронавирус многоразово использование не пойдет. Надо поэтому салфеточкой вытираться. Понятно. Вот так вот. Холодно, прохладновато, да. Ну, если двери открыты, так вообще холодно. Если за... Нина говорит, замерзли. Ну, ладно, давай здесь будем. Что-то сделать, да? Не будем туда-сюда ходить, да? Ну, не знаю. Рыбка? Это уже рыбку принесли? Да, рыбку показываем. Рыбку. Нет, чай будем, чай. Чай, да. Ага. И вот смотри. Салат какой принесли, салатницы. О, да. Интересно, да? Салатницы, я еще таких не видела. Оригинальные, да? С лепешками, да. Ну что, Нина, давай кушать, пока горячий. Мы с тобой не лопнем, Нина? А, атамакан. А, атамакан? Это салат атамакан, атамакан, да? Угу. Да, давай. Вау, какое фирменное блюдо у них шикарное. Угу. О, атамакан. А не барам, кандай гош сюрде? Аух гош, мал гош, кой гош. Ассорти. Ага, рахмет, рахмет. Значит, курица, говядина и корова и баран. Короче говоря, вот так. Да. Давай. Ой, посмотрите. О, баранина, смотрите. Ух. А вот это что такое, Нин? Где? Вот это вот что это? Который? Вот это. Это говядина. А, говядина? Говядина, да? И сатышки. Ну, вот этот кусок, да? Подожди, вот этот кусок. Нина, не надо этот кусок. Наоборот, я хотела тот, который как баранина, там такой красивый. Да. Вот это. А этот забери, а вот это мне больше нравится. Кусочек. Все, вот так. Все, да, приятного давай, нам давай, аппетита. Аппетита. Салат там атамакан. Uh-huh. Мясо атамакан. Все атамакан. Боже, да рекламный таким ресторан получается. Давай, бери нож. И не угостят же. Пока горячая, а то быстро стоит. Хорошо, давай. Два вида соуса, смотрите. Вот так. Вот мне вот это для рыбы, который соус. Вот это два дня и в Чимбае, и в Нукусе ели. Очень рачу. Он еще ничего. Фу, я испугалась, что-то. Да, и, нет, не чуть-чуть. Соус, я говорю. Соус очень вкусный был. Соусы вот эти мне нравятся. Майонез нет, не нравится мне. А вот эти соусы к рыбе, это шикарно. Ну, говорят, что только с буханкой хлеба надо, говорит, кушать. Рыбу именно. Ну, мы будем сегодня с лепешкой. Mm-hmm. Угу. Интересно, что это за салат какой-то интересный такой. Атамакан. Все, надо попробовать. Сейчас попробуем.
О, так это я думала, что какая-то растительность, а это не мясо. Понятно. А мясо? Это тоже мясо? Да. Одно мясо? Угу. С лимончиком, хлебушком. Слюньки, наверное, текут у людей, которые смотрят, посмотрите. Здесь особенно мясо выращено, барашка молодого. Вкусно. Угу. Помидоры с кинзой просто бомба. И смотрите, в какой тарелке подали. Жир потек. Еще и разложили картошечку. Слышишь, да это павлины, что ли, поют там? Ага. Слышишь? Или это цесарки? Счет принеси. Не, ну покажи, да, счет посмотрю. Покажу зрителям. Угу. Так, зеленый чай мы напили с тобой. На сколько? 8 на 10 сомов. Нет. Лепешка, рыба жареная. 50 тысяч. Блюдо атамакан. 140 тысяч стоит. Угу. Вот я не знаю, сколько будет все в это долларах, но... А чичук-чучук. Короче, 10 тысяч. К оплате 267-300, да? Это обслуживание, смотрите, отдельно обслуживание, 10% обслуживания стоит. 24 тысячи. То есть они чаевые сразу себе берут. У нас как оставишь, а здесь... 26, это, знаешь, $25. Это $25, да? Угу. $25, да? Угу. Ну, $25. Потому что мы, конечно, ничего не доели. Очень большие порции. Да. Thank you.